Это красота, которую тайцы отправляют в море, делая свои пожелания. Очень такой интересный ритуал, очень хороший, когда вся страна в один день хочет, делает пожелание, чтобы избавиться от чего-то негативного, старого, и привлечь в свою жизнь что-то позитивное, хорошее. Продавщица, которая прямо на месте делает эти штучки. Подношение, так сказать. Здесь куча народа, который все это покупает. Более усложненные версии всего. Делается все это из таких срезов пальмы, да, на которые потом навешиваются листики, цветочки и так далее, и так далее. Получаются такие торты, которые, соответственно, не отправляются плавать сегодня по поводу фестиваля. Yeah.